А там свеча есть, подожди. У кого свеча есть? Ну, ты обещал мне покататься. А, нету, пизжу. Нет свечи. Так что сейчас найдем. Пизжу нету. Так свечи нет, ёпта мать. Сейчас найду я ее. Это вообще уничтоженная машина. А чё, вы все забрали с машины? Опа, кто? Я. Да как ты меня попал, блядь, я отошел от него, блядь. Чё, мы стреляем, получается, да? Да получается, похуй еще. Вперед, поехали, значит. Вы по-другому не умеете. Броник сильно поврежденный есть один. Я тебе скинул его вообще. Я тебе еще один. Ну пускай будет, чё. Мне мой повредят, я на другой одену. Зомби идет. Ой, тут зомбаков куча бежит. В натуре их очень много, слышь? Мне похуй, у меня барабан. А, ну так-то да. Оружие кому-нибудь надо, у меня КМ с барабаном и этот, блин. И СВД. Кому-то надо или нет? Блядь. Ты чё шмаляешь в мою сторону? Я тебя спасаю, наоборот. Пришли, называется. Опа. Опа. На универе. Вот и клиентура. Это левее. Какой универ? Тут-а у него. Нет, Эдик. Это кто палил? Кто? На мне. Это вы сейчас стреляли? Нет. У меня. У тебя? Да, непонятно откуда вообще. Если сзади, то это мы. Крышу смотрите. Скорее всего, слышу, я вот здесь вот, типа, видел. Вот здесь вот. Между первым и вторым. Не палили меня. Так, Марку берем. Вот кто сейчас опять? Я. А, да? Сейчас я стрелял по зомби. Берем Ларку и погнали. Тип, дальше, по-моему, там, а вот на фейке. Фури, ты? Да, я тупи. Пошли наверх. Чекнем. Пошли. Да, вот тут рюкзак, слышь, лежит. Я вот, чтоб ты понимал, я видел, как тип сидел, стоял вот так вот здесь. Вон с той горы. Двое оттуда, двое отсюда идем. Аккуратно идем. Давай я лучше буду бежать впереди. У меня броник получше. ХП побольше. Чисто. Чисто. Набор для починки оружия. 72. Че, выше идем? Да, конечно. Любому наверху кемпят. Ты с какой стороны идешь? Опа, тут оружие, тут кого-то убивали. Тут куча оружия. Тут всякое говно лежит. Чап! Эмочка лежит даже, 16. Так, крыша чистая. Чисто, никого нет. Так, с крыши чекнуть. Прикольно чекнул. Чё, ты упал?
Да я думал, сейчас полечу просто, разбежавшись, прыгнув со скалы. Нелепая смерть. У меня вчера так 4 раза было. Так, вроде чисто, никто тут никого нет. Он, наверное, там военку. О, там. Это по этот как его документ. По-моему, Пайн. Че за документ, ну что? Оружие? Тут, ну, блин, тут семерка стоит, слышите? Активатор Windows я вижу тут. Бля, Михаил. Штука открыта, короче, Опера есть здесь. Что за дичь, подожди. Есть аккум у кого-нибудь? Я бы музончик включил. Аккумулятор в машине был. Ты челики съебали, что ли, получается? У кого, парни, витамин С есть, а? У меня. Кто был? Пока мол. Я. Пока мол. Сейчас зомби присел. Дай мне вот... Прекрасная пристрелка, мне нравится. Витамин С, скиньте мне, у кого есть. Ты где? А, это вот держи. Спасибо. Только этот, блин, разделить его не так? Не, ну сейчас я бухну и скину тебе, подожди, блядь. Куда я делаю? Твоё здоровье. На, стреляли, да? На. На, возьми. Опа, по да, мне. Я. А, блядь, как будто по мне, блядь. Я туда не стрелял. Пуля, сука, блядь. Че, погнали дальше? Понимаю, тут зомби в текстуры просто позаходили. Парочка. Че лучше, ларка или гараж? Лар. В любом случае скажу лар. У меня кто-то здесь задерживал дыхание. Это я. Там Нива стоит, кстати, слышишь? Ой, Нива, говорю, ладно. Подожди, это Нива, да. Где? На ГВП. У меня, блядь, на КМ, нахуй, 3 барабана, блядь. А у меня тоже было сегодня 2 барабана, и меня убили. Кто тебя убил, блядь, кто? Вы. Если... Эда, чтоб ты понимал, сегодня я с берега бежал раз 5. Бывает. Сегодня. Где, на какой КПП? Да вон. На ней как будто врезались, слышишь? Макс, ты где, подожди, это не... А, вон. Мы туда бежим, да? Так чего, давайте, они, получается, на этом. На дамбе, пойдемте в дамбу, разбегаем. Макс, я правильно бегу к машине? Ты ее увидишь, блядь. Лази за боков, ёбку, мать. Хорош, я не пиздел. Да, вот машина стоит разбитая. Ее обстреливали. Бать, ты мне вообще так завалил, и, блядь, не шмаляй так. Кто шмаляет? Тут такое ощущение, что ее обстреляли здесь уничтоженные. Я, кстати, не слышу, это с чего вы стреляете? С ВСС-ки, что ли? Алло. Парни. Стреляем. Я со шкашкой стрелял. Тут вообще не слышно, 200 метров. Есть, теперь мне нужны патроны. На что? На 550. Короче, на М-ку. У меня сейчас гляну, у меня вроде дохрена. Не барабан. Я. Опа, вдали, слышите? Это далеко. 300 метров, да ладно, глушитель был. Да ты, блядь, не отличаешь глушитель от неглушителя? Не, ну сейчас же глухой звук был. Вот, слышишь? Глухой звук. Дома стреляет. Блин. Глухой звук — это означает, что далеко. А глушитель — это когда ты близко слышишь такие прям глухие звуки. Так, пятерки, да, говоришь тебе? Да-да-да. Сейчас гляну. У меня вроде патроны дохуи. Кто? Я. 5.45?
Бля, 5 патронов и все. Ну, прикинь. 5.56-40. А ну вот, держи. Блять, ну у меня мало. Ну хоть что-то, спасибо. На, держи тебе вот так. Да-да-да, слышу. Зачем? Мы сейчас куда-то собираемся? Ты угораешь, Макс? М? Макс. Помню. Ну сейчас в торговый центр пойдем, почему? Ай, почему я? Все, 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 не трогай, не трогай, не трогай, не трогай. А что? Да мы с тобой общались по поводу компьютера. Помню. Да мы с ним играли. Да вы сейчас пите. Ой. Че там Кузя дрочит тебе? Угу. Разбежавшись, прыгну за скалы. Карен, ты куда бежишь? На дампу. Где Ваня? Ваня, ты где? Шлем ищу, шлем, парни, шлем нужен. Тебе? Да. На. Ну ты красавчик, фурик. Подожди, подожди, у меня есть броник. Шлем. А, не-не, мне бр... Где шлем, где шлем, где шлем? Не перегайся! А я, по-моему, отдал кому-то шлем. Да. Ты броник, бери. Шлем кого-то я отдал. У кого из парней лишний шлем? К сожалению, я скинул его там, наверху. Да. Возле антенны. Он поврежденный был. Гарантия. Найдем. Так, что, Карен ушел от нас один. Че, на дамбу, дам пойдемте? Надо. Может, ёбну с чего-нибудь без глишота? Как думаете? Если только разулю. Че, ёбну? Я помню, один раз мне дали с ларки пострелять. Я в упоре ни разу в типа не... Кто это? С чего это? Да это я. Ты с чего, Сэмки? Ксюхи. Хуя он лишь, блядь. Это реально шумная битва. Я сейчас стрелял на... По-моему... В нашу сторону, да, стрелял? Да. Да. Пули летели. Ну, пули аж до меня долетали, блин. Слева зомби бежит. Че, в торговый центр пойдем, что ли? Чего-то за тобой зомби. Бля, я М24 давно не видел. Хм? Да, в зомби. Где вообще у нас М24 спавнится? Есть инфа? На этом. Надо на север бежать. Где? На север. В ледниках. Там Барретт спавнится, а не М24. Он тоже там, мы находили. Мы там Барретт видели, а не М24, алло. Ай-яй-яй. Нужно валить отсюда, я не собираюсь на эту патрон. Давай, карай. Попадите по мне. Макс, убей зомбя сзади меня. Это сейчас стреляет кто? Я. Даже забей, бежим все вместе на 5. Было бы 6, если бы кое-кто не вышел. Кто вышел? Ваня, кто же еще? Ванек? Да че с ним? Игорь, это кто же не заметил?
Я не отморожен, не надо. Чё? О, оленя, оленя слышал, я пошел охотиться. Нет, тоже еды, нет. Ну, вон сейчас, вот к дамбе, вот подойдем, там полно. Да иду, иду. Фу, я там замарил. Короче, мне отойти надо. Сейчас! Слышал выстрел? Справа. Это я. Я. На дамбе были три типа, знаете. Короче, я в елках лег. О, ебать, он повреждается, блядь. Иди помоги. Каем. Я тебе дал этот, как его. Да, я уже понял. Пиздец у него за барабаном, он уходит быстро. Тут, короче, какие-то дебилы упали с высоты на машине. О, кто? Кури? Нет, да дальше. Это на дамбе фурик. О. Да знаю я то, что на дамбе. Левее дамбы. Карен, за тобой, блядь, зомбак идет, убей его нахрен. Зачем ты зомби сагрился, так на челик, что ли? Это у... Это слева от меня. Это у нас, блядь, тут... Тут-то. Это я сейчас. Это не я, умоляю. По мне, блядь, бьет кто-то, Бать там пьют. Это не я, тебе это. Чё? Где побойма моя? Блядь, а, вот. Быстро, быстро мне десантип. Это походу военка или чё? Да-да-да-да, это выше тебя. У меня прямо, блядь, бьет. Я подбегаю. Я тоже рядом. Это военка, я так и знал. Там двое. Убил. Там еще один, тут второй. Он с зомбаков отстреливал, сейчас еще одного. Где второй? Выстрел, да, было два разных оружия. Скорее всего, есть еще один. Нет, зомбаки убегают. Значит, он один был. Без понятия еще. Да, мы тут уже тоже. Это вы? Это я за зомбаков снял. Ну вот. С чего шмалял он? Сейчас погляжу. СКС он стрелял. Такой мой, а, тут есть этот егерь. Под... Это ВСД, да, было? Да. Тут какой-то... Слушай. Ну все, да, это он стрелял. Так, кому нужна одежда егерь? А? Никому. Высокое выцепление? Лучше били. Блин, если это найдете, дайте парню. Кого это? Шлем хочу. Тут есть один шлем военный. А, по мне почти что-то попал. Маскировочный плащ, пацаны, одевайте, будет теплее вдвойне. Только рюкзак выкиньте. Где он? Вот у меня. У меня это кто? Фури. Фури, ты где? Где туда черный шлем был? Э? А, вот это тебе. Маскировочный плащ. Где? Вот он, сзади тебя. Опа, все. Да все, пацаны, на них сейчас бьете столько патронов, один спавнится и спавнится. У кого черный шлем? Кому нужны ботинки высокого утепления? Мне надо. А шлем, кстати, я давай. А, ты вышел, да? Сейчас сделаю. Тут есть политический шлем, он куда получше будет. Я так говно тачу. А этот белый не. Кому куртка егерь нужна, поношенная? Повреждена. А это. Поношенная. А этого типа убили где, блядь? На. Там двухэтажная беседочка.
Опа, вылез. Краш, я его душу мотал. Красный. А вы чё? А я твою душу мотал. О, просто прикинь, заходим и там просто кепка нас. Кепка вышли? Залетайте, я 12-й. Кто какой в очереди? Я зашел. Ладно, знай, вот не убей нахуй, только. Как получится это? Карен, я потом же тебе из земли, из-под земли же достану нахуй. Я знаю. А, ру. Видишь, фури, как уважают, блин, лидера клана. Не то, что раньше было, да? Спор крик. Сейчас все играем дружно. Скажу так, тебя не уважают, тебя просто щадят. Ага. Понял? Понял. Жалеет. Понял. Я зашел. Блядь, сколько здесь зомбаков нахуй. Пизда мне. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Я убегаю в лес. Да ну нахуй, сколько вас тут-то? Кто там шпалит? Блять. Ты шпалишь это? Да. Ой. Окей. Принял. Это тебе барабаны нужны? Не, у меня их три. Мне вот хватает, блин. Понял. У меня только патрон, блядь. Нету столько этих барабанов, блядь, нахуй. Кто еще зашел? Не, градовик. Кто зашел еще, парни? Кто ты? По мне! Понял, бегу. Это пистолет, это убьешь. Эй! Бегу. Пидорас, у меня два парня. Бегу, держись. Да вот. Я
Где ты кого убил? А, его убил. Блин, быстро! Валим, помогай валим, меня! Прикрывай нахуй! Да. Уводи его, уводи! Ух! Да, больше не пишется. Так, ребят, вы тут? Да, блять, у меня крови нету, Пати, киньте мне. Сейчас, подожди, за нами зомбаки бегают. Вы еще там, на военке? Я одного типа убил, блядь. Меня долго, это помоги, пожалуйста. А то мне еще заводят. Кто стреляет? Мы. Я на военке еще, подождите. Да я там отти был. Вы в лесу уже. Иди ко мне. Пати, киньте мне, а то убью. Я перезапускаю, пока я задолбал. Всё. Пати, кинь. Пати, кинь ему. Кампо. Кузи. Угу. Он пидор. Вот туда. Да раз, он меня зайтался. А где у него есть кепка, что ли, или что? Хрен его знает. Да, кепка была. Прикрывай, блядь, меня. А кто тебя убьёт-то? Зомбаки, это у меня жизни нету. А где все остальные, не зашли, что? Нет, а вот. Хуя себе кепка, блядь. Это тоже, блядь, кепка. Эда, возьми штурмовой шлем. Ща возьму. О! Нихуёвый такой кепка, блядь. Зомбаки! Бля, по мне, нахрена. Блин, ну сори. И так все повреждено, блядь. Ну у меня же так же. Что? Это там, блин, на этом. Волки. У меня патрон нету вообще. На что? На КМ. Мне патроны надо. Блядь. КМ, держи патроны. Сейчас. У тебя барабан есть, что ли? Да, барабан есть. Патрон нет. И еда красная. В чем дело со мной? Держи патроны на КМ. Давай сюда. Вот возле меня. Хватит кто-то. Хватит. Ты где? О, да, красавчики. Не куртку пробил. Волки. Надо еду, кстати, сделать из них, из волков. Где все? Чего, они до сих пор не зашли, что? Не знаю. Ждем. Ну вы ушли от меня, пиздец. Бля, надо лапку зарядить. Патроны. Так, магазин на ларку.
Ебать, у меня тут магазины на 338. На МК-2, блядь. На МД-4 два магазина, блядь. Набор для чистки оружия у кого, чтобы мне вот снайпу починить? Держи. Thank you very much. О, недалеко. Зай, чай сделай, ой, хлеб с маслом сделай. В смысле не умею? Ля ты крыса. Ура, я вернулся. Доброе утро, папаша. Чего, ушли уже? Нет, да, нет. Вот одного типа я убил сейчас, только что, блядь. Ну, мы недалеко ушли. Здесь у меня патроны останутся, то есть мне так нету. О, мы недалеко от дамбы, да? Дамба в другой стороне. А, да? Мы в коррент попужим. Налево идите. Я открыл. Налево куда? К тебе? В твою сторону? Постой. Или нет, или он правильно. Там вода. Ну, он правильно вроде идет. Опа. Это дамба. Не там, по, это на берегу. На берегу где-то, да, недалеко. На том берегу, походу, сука, не видно. Или это на том берегу. У тебя есть, Карен, витамины С много? Нет. Я кепка. Как ты кепка? А, это на другом берегу было, а вот так у меня нету. Я только недавно залутал. А, СВД дать? Да не, у меня есть пушка. А это ПНВ дать? Есть. Блять, туман, как назло, сейчас бы на тот берег шмальнуть бы. Карен, ты вообще ушел в другую сторону, ты в курсе? В море бегу, на дамбу. А чё ты толку сейчас на дамбу? Нихуя не видно, блядь. Я почему хочу
куда мы идем вообще? Да ты бежал эту дамбу, ты в другую идешь сторону. Я до нее даже не добежал. Я просто ищу еду. А, тебе еды нужно, что держи? Да. Молчишь. Я говорю, еще не ну, ну давай костер разожгем. Капуста, казно, мать, да. Да, тоже капусточки. Нормально заходит. Че вы там решили кепок все-таки, да, кошмар? Да, хлеб с маслом делай. Сучка. Я ж ходил. Карин, дай мне витамин С скину. Не завтра, нет. На, это держи. Покормите, блядь, тут я пиздец сейчас. Это держи, я тебе сейчас дам. Тебе холодно, что ли? Да. А что ты убежал? А где ты, блин, а? Я тебе что говори, я тебе буду. Все. Блять, я же ларку беру, а вот. Ты мне не дал витамины. Да ладно. Вот сейчас дал. Сынки. А что мы за карвеном идем? Он на берег идет. А нахуй на берег идет? А, на берег. Ты сейчас на дамбе? Бегу на дамбу. Бля, у меня гелик влажный. А, у меня все влажное, блядь. Сука, ебаный туман. Тут сейчас человек был. Тут забаки по Сергею поля. Два забака. Значит, они только что за них бежали. Значит, о, еще один зомбак. А что так много тут? Там зомбарея, да. Сейчас агро принесет. Блять. Челика вижу. Убивай. Челика вижу. Бегу за ним. Блять. Вот на тебе. Готов. Еду хоть забрать. Чего взять? Еду хоть забрать, беру у него. Блять. Бля, он крыса. Респект сейчас есть. Че у него был хоть? Он пустой нахуй. И куда мы побежали? А, вот да. А, подожди, чё? Это не дамба? Это не дамба. Карен убежал, дамба в другой, блядь, была в стороне. Я ничего не вижу, я не знаю. А куда тогда бежите? Фури, ты где? Фрид. Здорово. Здорово, здорово. Слушай, это надо костёр разжечь. Давайте идем. Не, мне нормально, мне нормально, мне не надо. Мне тепло. У меня два геля. Вы все на пятом. Давайте в ТТС. Нахуй там не скучно. Там нет. Это наверх, где вышню конфу. Иди, Ваня, заходи. Я тебе и снайперку дам. И КМ там с барабаном. Ебался. К
как ты его вообще эту щелку залетел? Мы опять идем в стороны военки, блядь, вы знаете? Мы уже отбежали. Мне нужно хотя бы один домик, чтобы понять, где мы. Надо будет сейчас костер разжигать после тумана. Все мокрое, потому что у вас хп, блядь, мало. Не пойдет. Да, я вижу. Пол хп у каждого. У меня вообще час назад не было хп, блядь. Меня еле откачали, блядь. Бля, почему я каймом бегаю? Ларочку надо взять в руки. Куда мы прибежали? Ну, в Кепочный, да? Мы куда-то это прибежали. Хабаровску, что ли? Или как он называется? Куда? Это Бар. Это как его, Хабаровск или как там? В Воркуту прибежали мы. И, кстати, вот в Воркуте и шмаляют. Блять, тут можно весь лут проебать, в курсе? Так, получил, уходите. Там два. Пока у вас есть время, пока читаки не вас не увидели, что вы хорошего одета. Опа! Тут стреляют у меня. Это где-то у тебя шмаляли, да? Бегу к нему. Да вы в Воркуту идете, вы врубаетесь нахрен. Да я и говорю, нахрен это в Воркуту. А пойдемте на этот, на север, на полис. А что там делать? Не знаю. Мы только что туда. О, это пацаны походу дамба, я даже нашел. Дамба? Сейчас, если мы не слышим, там будет наверное. Нет, мы сейчас это около берега. Ну. Сейчас я полежу, не бегите пока дамба. Кто у тебя где-то шмалял? Вон там. Да, это дампа. Да? Я на дампе, да. Я же сказал, я правильно вступил. Ну пошли тогда в... на дампу. Гучи. Пока Гучи. Я первый. Мы на дампе сейчас. А я могу без пати подойти к вам. И в кустах полежать. Ну, врачи сделают добровольное. Да, не каждому дано. Да, потому что у кого-то, блядь, руки и жопы растут. Девушки есть, блядь. А я о другом подумал. Ай-яй-яй, нельзя так делать. Зачем маленького ребенка совращает, да? Пидопид. Ля ты крыса. Кто? Ты кто? Педофилом еще называешь. А ты откуда понял, как это я тебе? Кто у нас? У тебя челики, что ли? Да. Ля, ну конечно, ты забежал, небось, да, там. Нет, он сидел, да, сидел дома. Ух, пацаны, ой-ой-ой, как у него вот... Ух, ебать! Чё у него там? Сейчас охренеть, тупо все охренеть. Да ладно, он одел? Нет,
знаю. Такой лут. Пати, дай. Сейчас кому? Фуры. Кинул. Лечу в вашу сторону. А меня почему-то не откинуло, знаете? Типа я остался в этой же военке. В том же самом месте. Да. Ну как же. Ты сейчас только снова сдохнешь, это. Вот костер, если что, вот костер, сатаны. Он на нем лежит. Че у него там по луту? Каска? Броник уничтожен. Патроны, патроны! Самое главное, патроны. Бля, сколько у него батареек, ебанешься. Возьмите все батарейки. Кому нужен этот? Да. Патроны. Зажигалку возьмите, если что. У меня спички есть, возьмите зажигалку. Еда. Ебать, он тут сидел кемперил, блядь, жестко. Фляжку можно забрать. Ну, ПНВ нужен кому? Нет. Да. Возьмите у него шлемаки. Бронь. Ну, можно запаску взять. Гилик. Еды у него, правда... Блин, витамины С у него не было. Карен. Я не видел. Я не брал. Я должен. Что, костер зажжем, согреемся? Давай. На, держи, это. Окей, спасибо. О, нормально. Что, костер зажжем, есть? Кто зашел? У кого есть? Оля, мы иди нахер отсюда. Ты на пятый не хочешь с нами играть. У меня есть. Разожги тогда. А чё с него гиль не взяли? Не нужен никому гиль? Нафиг надо. Может, кто вайгу хочет взять? Не трогайте вайгу, я приду заберу. По зомби постреляю. Чё, завтра не работаешь? Да ладно. Давай пиво открывай, мне тоже неси. Вот это весело живет. На хули, блядь, прятаться. Штурмовые ботинки, лучшее утепление. Братва, салам алейкум, я залетаю к вам. Только этот надо чекать. Пора. А, что-то я жопу не протиснул. Дайте пройти. Ай, спасибо то, что сказали. Так, тушите свое говно. Бля, почему? Вы чё, все забрали, что ли? Да нет, ну, там куча чего осталось. Да не куча, там мало. На тебе вот противогаз надень, если что. Куча нет. Всего осталось, нету тут ни хера. О, вайга. Да. Моя вайга. СДшка нужна кому? Нет. Ладно. Один хоть чекает, нет? Чё маска-то?
Кому броник нужен? Нормальный или нет? Да он разломанный броник. Кто насрал? Кому куртку егеря надо? Поношенную. Нахуй надо. Тоже бухать будешь ты? А, один, нормально. Ну мне-то завтра в ночь. Да. Рядом. А что, уничтоженную банку можно съесть? Нет. Это балаклава моя, да, зеленая? Или чья-то? Забери. А, это моя, я у тебя черную забрал. Забей. Не, черная при мне. Ну, я заберу тогда, что мне не жалко. Так, есть такой набор для шитья нужен? Нужен. Заберите куртку егеря, она хорошая. Скидывай набор для шитья. Где набор для шитья? У меня иди, иди и дам, блин. Блядь, броник мой где? Ну скидывай это. Я внизу, блин, ты чё? А со мной кто лежит? Нет, жарко. Кто это? У меня, кстати, прицел 15x вроде я нашел. Нормально. Ходи, давай. Сейчас вместе сходим. Слышу. Давай. Бля, ты крыса, слушай. Так, поношено. Кто мне этот обещал? Этот для шитья набор. Эда. Я спустись ко мне, дам. У кого есть этот? А, сейчас скажу, что. Тихо! Под нами тип. Под нами тип. Я понял. Пойдем. Серьезно? Кто сядет там под нами тип? Да я его слышу. Зомбак, походу. Там зомбак стоит. Где он? Я говорю, под нами, типа, он мне говорит зомбак, блядь. Ползет. Тихо, тихо. Ходи, сука. Все остановить. Че, Ремингтон, тундру никому не нужна? Или масс? Да не. Ремингтон лучше, чем тундра, правильно? Да. Иди набор для щитя там. Подожди, челика, давай завалим. Нету тут никого под нами. Есть. Да давай. На. Еще на втором этаже скинут набор для шитья. Я понял, сейчас. Спущусь. Блять. Ёбаный костер. Даже. Где скинут это? А, вон вижу. Угу. Ну, а тут 3 копейки осталось. Ну, на один раз хватит. Кто оружие менял? Эда? Блять, ёбаный костер, а? Под нами зомби, если что загрится, то все. Ну что, можем полежать, покемперить. Мост такое себе удовольствие. Да, поезд пассажирный. Так давай купим этот. Ты шо пугаешь-то, Карен, я чё шмалять начал? Дай.
Да он карман хочет. Кар... И пистолет-то, блядь. Сука, прицел вонючий. Магнит дает, что? До магнита, да? Тут недалеко же вроде. Купон скинешь? А если кальмаров нет? Блядь, ты при чем с кальмаром? А что ты хочешь приготовить? Плов, да, ой, рис доедайте. С крылышками. Доедь. Ты сейчас разговоришь, я хавать хочу. Я вообще прям слюни текут. Я похавал. А я вот только-только, я тебе хочу сказать, похавал. Да вот, вот ты расскажешь, я опять охота. Да мы вчера этот крылышки в терияке ебанули с пловом, ой, с рисом. Все, давай, давай, закрывай тему про хавчик. Блять, так охуенно. Нажрались еще в... Давай, я сейчас наушники просто сниму. Да ладно, все, все. Кто там шмаляет так? Недалеко, кстати. С прицела его увидеть. Только с прицела? Да хуй увидишь там с прицела. Что? Ну, смотри сам. Я спускаюсь, если на меня загрется что-нибудь, я буду... Прогрузку людей здесь на сколько метров? Дальномометр, если есть, то бери и смотри. Не, прогрузка людей со скольки метров? Ну, если у тебя... Смотря сколько у тебя... Опа! По нам! Откуда? Со стороны это Воркуты. А как ты где был? Внизу? Нет, я на вышку залез. А нахуй ты туда залез? Не знаю. Сейчас приду. Чё за вышка-то? Она прям вот за вами. Под нами тип! Тип пати! Пати, блядь, киньте! Кто подниматься будет, сразу валю. Да. Так, кинул двоим пока. Ложись. Кинул Эда и еще... Фури принять есть. Все, больше никого нет? Нет. Под нами тип. И стой... Вышки без... вот бездют. Мы что из Вареньки шли? А сзади? А, оттуда? Да, 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 да. Вот оттуда, да? Да. Нет, взад, посмотри, взад, вот там вышка. Ну? Вон там, да? Куда я смотрю? Нет, нет, вон, по, вон туда. Вот, я понял. Куда я смотрю, там она вышка тип. Понял, понял, что за вышка. Так, ты вход смотришь, да? Да. И у нас тип. Сейчас, Ремингтон. Значит, оттуда бил, да, он, сука? Фури убили. Опять? Я суть сидел. Меня убили, прям за вами вышка есть такая длинная, прям сзади вас. Вот на ней меня убили. В самом верху, так что если будете слышите подъем лестницы, что раз зажимай. Да. Бля, нихуя не видно. Ладно. Чё там? Подожди, подожди, не мешай, Андрюх, а то сейчас меня высекут тут. Он под бля, нами прямо. Так, сейчас Ларку возьму. Может, он того хочет залутать? Фури может хочет залутать. Вы просто чекайте мой труп, я приду и там все разберемся. Вот это ты на бас? Тихо, был, да? Тихо, он здесь. О, он у выхода, если что. Вот где лестница. Гранат нет, блять, хуёво.
А где сам фури? Километр, блядь. Бегу. Слышу его. Да. Тихо. Жди. Бля, хуёв гранат нету. У меня флешки есть. Сидите просто с оружием и ждите. Надо вам геморройничать. Два раза был розыгрыш, ни разу не выиграл. Собрал все максимально. Тоже кого-то ждет, походу. Да. Я его сейчас прибегу к вам, я его выманю, и вы дальше это, надеюсь, на вас. Ты на вичке умер, да? Вот около нас. На самом верху, самый верх, самый верх. Ну все, сейчас что? Больше не дам. А сколько метров он тебя замочил? 292. Ебать. Он залутать его хочет. Бля, надо этот сломать. Грелку. Че, я забагался, что ли, блядь? У меня оружие не убирается. А там что, подъем прям изнутри, да? Да. А, нет. Вон лестница есть. Вижу. Подумал, сука. Вот он. Один, их двое, знай. Сейчас пойдем, подожди. Я у меня здесь уменьшается. Тебе грелки дать, держи. Где у меня еще был уже? Вот еще грелка. Красавчик. Ну, у меня вроде пока нормально, я с этим же. Они походу думают, что мы сейчас выходить будем. Да. Сейчас я 100 минут чуть-чуть под регенерацией буду бать. У тебя есть оружие какое-нибудь? Нож. Может тебе скинуть вот здесь вот с угла здания? Ты тихо подойдешь? Я тебе скину КМ с барабаном заряженным. Давай реально так сделаем. Давай. Выкидывай в мою сторону его. Я его там внизу найду. Сейчас эти. Вот. Смотри, видишь? Бля, это сейчас меня завалит. Сейчас гляну. Сейчас тебе объясню. Видишь угол здания, где я сейчас сижу? Да-да-да, секунду. Видишь там эти зеленые контейнеры? Да-да-да. Рядом с ним сейчас скину. О, заебать, я далеко скинул. Он где направо, зомби? Направо. Вот там. Бери, вот. Бери. Взял? Где он? Ты же взял оружие, ты был возле него. Да.
Там двое, аккуратно. Где они? Подожди. По тебе шмаляет? Это не кусты, это масхалат, это дурочка. Кусты. Забей, стреляю. Я замаскировался, я не видно, блядь, я кущик. Так, что ты там, видишь где? Это ты шмаляешь? Ну, зомби куча. Блядь, я барабан. А вон тип, 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 тип! Где, 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 где? Вон там он, на... На вышке? В вышке, да. Сейчас, стреминка, ну, гляну. Под вами вы говорили еще тип где-то. Он внизу, да? Нет, вот на самом верху. Че, я его не вижу? Почему я его не вижу? Да не, не прят... Все, убил, убил его, видишь? Он прямо на вышке сидел. Че, тут никого нет, что ли? Никого не было? Фури. Нет. А чё, откуда челик тогда, куда он делся? А где челики тогда? Так, мне идти надо, а то мне сейчас этот мозги сделают, моя убьет нахрен меня. Чё, Каем вернёшь, что ли? Я думаю, он сейчас. Тебе не нужен уже. Уже нет. Подожди, понятно. Куда, куда, куда идёшь? Лучше давай спустись. Всё, Каемчик. Блядь, не берётся, сука. И куда идём сейчас? Дойдем отсюда. Куда? В лесочек. Че, вы тоже уходить будете? Я окей. Там она в вышке тебе стерт, если что. А, да, надо его залутать, кстати. Но меня убили вон, куда я смотрю. Подожди, где шлем? Что шлем? А, вот, пойдем. Взял, взял, взял. Он мне все уничтожил. Броник, все. Тебе шлем дать? Эдик, дай мне броню. А у меня брони нету, у меня одна. У меня тоже нету. Мне все давал второй. Когда ты давал? Когда мы были как где? Когда ты спрашивал про шлем. Я тебе... А, это же меня же тот же, тем же, вот прострелила на испытал вас. Заруинилась. Я же там же одного же убил же уже. Так, ладно, пошел я, ребят. Давай. Ой, за чай будешь допивать мой? Или ты тоже пивко будешь? Кто был в фуре, ты? Да, я зомби убил. Тут нормально подойти, труп посмотреть. Сядь в кусты, полежи в кустах. Посмотри меня. Он на самом верху. Угу. А ты видел его? Что там у него? Ничего. Кепка, блядь, что ли, нахуй? Да.
Пошли, вернемся туда. В кусты сядем. Макса подождем. А вот туда что, плохо сидим, отсюда все. Это я. Ты бы? Я. Ты пока мол... Зомби шел, блядь, в твою сторону, нахуй. Дай бы его убил. Ну ладно. Так, давай. Давай со мной иди. Сядем где-нибудь тут в кустиках. Кто? Не бойся. Бля, да ты предупреждай нахуй. Не убивай его. Кого? Что я убил? Кого ты убил вообще? 500 метров. Где он был? Вон там, на другом берегу. Я в большие ёлки сяду, нахуй. Вот тут он. Скучновато, блядь, что-то. Скучно, не скучно, зато кемпить можно. Нормально. Пацанов подождать. По зомбям пострелять можно. Нафиг. По приколу. Типа вижу. Где пробездельно? Сейчас не вижу, потерял. Где, в какой стороне хоть? Там. Блять, там. Хуею от тебя, я там. На том берегу. Да. И все, там. Там. А кому бьешь, Фури? А типа убил, сейчас не пока. Огонь надо развести и согреться нахрен. Я нормально, мне нормально. Мне тепло.
На лучше хим-грелку возьми, чем костер разводить. У тебя есть витамин С? Накорми меня. Если есть, то дам. Но у меня его нету. Или подожди. Не, нету. Посиди там пока. Блять, скучновато, блядь, тут. Кого ты там уебал? Никого. Я пока просто стреляю. Скучновато, блядь, тут.
блядь, кучновато, блядь, здесь фурик. И очень сильно. Ничего не поделаешь, ждем наших. Нам наших кого? Идем около Воркуты, на гору поднимемся и будем. Не, я не пойду со стороны. Хочешь сиди, я не хочу. Не саму Воркуту, а вот на гору там сядем. Я тебя понял, я не хочу туда идти, я не хочу просто даже близко к ним приближаться. Да он зомби стреляет, я лучше бы к ним пришел. Их пострелял бы. Этих типов. Слышишь, да, там стреляют. Можем туда сходить. Куда? Они там, она кепочная, вот в ванне, ты в курсе? Да. Там всегда толпа. Идем, пойдем там в кустах сядем и будем стрелять там, идем. Подожди. Надо пойти. Ни еды, ни хрена. Пиздец, короче. Идем, фуры. Так. Типа вижу. Где? У тебя есть 308? Да. Поменяешь, я тебе 72 на 54 дам. Ну, две пачки дам, не две, а у меня всего две пачки. Одну дам пачку. А ты побольше по зомбиям, блядь, работай. Это ты стреляешь? Фур, это... Ты стреляешь? По мосту бежит, алло. Как по мосту, блин? Ну он уже забежал на нашу сторону. Охуеть. Пойду рашить. Убил. Того, о, который на мосту был, да? Да, он там он на крыше был, нахуй. Слушай, я отойти хочу. На минутку. Жди там, я сейчас до тебя добегу. Здесь уйти надо. На кой крыше?
А он на этом... Как ее зовут? Вышка? Да, он на вышке, на самом верху. No. Мало ли у него 308. Ну вон там он на Ваньке будет, блин, значит. Куда стартанул? Возвращайся, это. Я этого ищу. Трупака ищу, блядь, нахуй. А чего там делать, блин? Я вон на другую фаньку хоть пошел. Я отойти хочу. Ну иди вот сюда в лес. Вот есть куда интереснее место, куда нельзя будет нас залезть. Где нельзя нас будет убить. А даже если убьешь, то это надо будет залазить. Давай дуй ко мне. Бля. Я постреляться хочу. Я отойду буквально на минутки. 2-3 и вернусь. 308-х мне надо побольше поискать. Ну, всё. Ну вон туда идем на Ваньку и там будет. Сейчас я только отойду. Вот лес тут густенький. Здесь вот. Так, лягу. Да, Ваня, заходи давай. Вы на пятом? Да. Да, около. Кидай инвайт. Я кидал же, да, Эда? Да, ты кидал. Только из дяди Игоря. Я кидаю пати, и ты бежишь. Так, я отойду на минутку. Эда, ляжь в кусты, не двигайся. Беги. Ваня, ты где? А ты что, на военке вышел? Да. Ваня, у тебя есть витамин С? Да. Много или одна? Две пачки. Одна 43, а другая 49. Ну, одну дай мне потом, как придешь. Я себе, кстати, скараж выбил. И у меня там вроде МК-216 есть. Нормально. И ВСС.
Аня, ты бежишь? Да. Это кто рядом ходит? Я. Пойдем на ту кепочную вот ваньку фуры. На берегу? Нет. Да. Какой берег, мы около дамбы? Слышь, идем туда на кепочную. Дай 308. На. Я тебе 72 тебе надо? Нафиг, нет, у меня полно. На. Ваня. А, Ваня. Че? Ага, привет. Как дела? Нормально. Нормально? Да. Чем занят? Болею. Красава. Поздравляю. Тупо же, да? Что? Тупо. Что тупо? Ну тупо, да же. Ты дебил? Или притворяешься? Я намного умнее, чем вижу. Это стой. Мне кажется, совсем наоборот. Когда кажется, креститься надо, дядя. Эдик, прошу любить и жаловать, побежали. Кстати, Ваня, в твоей стороне были неоднократные... Да, сразу. Слышный выстрел. Да. У тебя же полное имя Эдуард? Ну. О. Прикольно. Ты что, не знал? Да, долго думал, в голове прокручивал. Ты дебил? Нет, он притворяется. Да не притворяется, он все время дебил. Да. Даже? Да. Ты шизик? Да. Олень, это, там олень, пойдем оленя. Нафиг мне это олень, сейчас его жарить больше не делать ничего. Это, ну пойдем, ну там олень, это. Жарить оленя. Ну мы его с двух сторон зажарим. Это вход не понял, ё-моё, ну ладно. Я вообще не могу разговаривать, я сегодня зуб, два зуба, блин, вот план... Первый, блин, один сделал, второй еще фу, нет. У меня мурашки. Я осуждаю вот этих зубных врачей, у меня фобия. А, кстати, чтоб ты понимал, один раз мне когда, короче, зуб делали, она мне нерв проткнула, короче, и все, меня тут вырвали коренной. Нормально. Да, знаешь как, смотри, тебе вставили, короче, обезболивать, то есть, чтобы у тебя десна заморозилась, все. Ну. И просто мне его поставили и выдернули. Я даже почувствовал, как мне больно было. Ну это кажется, оно не больно, это типа ты в голове это представляешь. Это я не представлял, типа я расслабленный, типа думал тогда кое. Короче, сначала типа думал, что я такой смелый, короче, мне без зуба. Да, тоже были сверлить. Такие моменты, слушай. Я только типа мне два зуба прострелили, я чуть-чуть ли уже не умирал. Потом все, мне решили вколоть заморозку, еще два сделали. Все, с четырьмя пломбами. Вот ты такой, дай мне не больно. Да, типа я плакать. Крутой, а как только, вообще... только звук только слышу, я сразу поджилки все трясутся. Это да. Тупо сам звук вот этот неприятный. Отсюда иди, из горы будем вот работать. Вот сюда иди. Еще этот запах такой. И во рту этот вкус. Вкус прикольный, но вот запах... Это кто был? Трассер видел.
Эдуард, я видел трассер. Да, да. Вы видели трассер? А, я вижу. О, уже не вижу. Уже ушел. Видно. Ладно, я иду в ту сторону. Алло, мужики. Да. Здорово. Залетаем мы. 24-й. Мы это... Кипарей пошли, короче, кошмарить. На Воркуту не заходим, мы дамбу покошмарили, посидели. Я там два раза умер. И... И сейчас пошли на кипочную военку. Ну я 24-й. Скоро зайду. Это надо... А чё, меня выкинул? Рестарт был? Нет. Нет. У меня почему-то соединение было потеряно. Это давай я поближе подойду или не надо? Ну давай, потому что отсюда вот не видно ни хрена. А, нет, почему можно, можно увидеть тогда. Еще надо пойти вот наверх. Вот отсюда видно, вот. Иди сюда, фури. Да, и выше видно, слушай. Так, Эдуард. Вон где... Я... Будка, иди вот наверх, вон оттуда бить можно, с левой стороны. Прямо на будку залезаешь и все нахрен. Так. Ваня идет. Ваня, у тебя там стреляли, короче. Насрать. Эдуард. Чего тебе надо? Эдуард, вы видите дымочек? Вам нравится дымочек? Где дым? Я ничего не вижу. Дымочка. Дымочек. Дырочкин дымочек вам имеет? Вам доводилось хоть раз... Вон там на тебе! Бил нахуй. Там еще один. Эдуард, давай, работай. Я в упор подхожу. Он прямо около дороги, если что. Вижу труп его. Там еще один надо. Ну, сори, я его не вижу. А у меня опять болит. Здесь, блин, появилась. А ну в чем дело?
И у меня температура падает. Отморозил. Руки, блядь, отморозил. Да, его душу-то. Я его закрыл. Кого закрыл? А он там внутри, что ли? Да, там тип стоит. Может, заращен? На, давай заращен. Что это читак? Он так... стоял просто, не двигался, вообще у него ничего в руках не было, он только ствол достает и сразу зажимает. Ваня, беги. Оттуда либо туда? Ко мне. Убивать его будем нахрен. Доигрался Фурий, нахуй. Да кто доигрался? Я зашел к нему, смотрю, у него нету ничего, он просто стоит. Он только ствол доставать и уже убил меня. Чтоб ты понимал, он стоял в АФК за стенкой просто. Я стою минуты 2-3, смотрю, как он стоит в АФК. Надо было убивать. Есть у вас ствол какой-нибудь, если кстати зарашивал на? Да, у меня есть и КМ, если это есть, я дам. У тебя КМ с барабаном? С собой мой и с барабаном. Дай мне с бараб с собой мой. Обоймы хватит. Ваня, дай мне витамины С. Я не могу, блядь, себя. Чтоб вы так знали, его ангар выходит в мою сторону, выход. Чего нет? Все, красавчик. Покажи, где? Где он? А вон там, а вот прямо. Самая вот дальняя, он. Слышь, вот от вас самая дальняя правая казарма. После заправки, которая. Вот, да, после заправки. А чё ты ушёл? Пошли. То есть постой. Всё, вдвоём ты раз смотришь, он один стоит. У меня почему броник есть? У меня не было броник. Самая дальняя правая казарма, а... С комнатой либо без? Элька, она одна там. С вашей стороны самая правая дальняя. Посмотрим. Там, короче, возле этого труп лежит человеческий. Вот этого ангара. Прям на дороге. Это, иди сюда. Он там? Вот это. Он стоит там, костер еще горит. Подождите, не рашьте, дождитесь меня, я залечу, расстреляю его нахер. Я его не вижу, нахуй. Обойди все вокруг. Да, вокруг. Вот вижу, вижу его, вот он тут. Смотри, вот в этой, спереди. Не рашьте, пожалуйста, его без меня. Я хочу... А, стой, стой, я сейчас ему эту закину, смотри. Давай. Эда, ничего не кидай, давай, подожди давай, меня. Давай, хорош, давай.
Закинул? Да. Сейчас. Опа, ранил, еще сейчас закину, постой. Стой. Ствол скиньте какой-нибудь, пацаны. А, все, ты убил его. Их там двое. Эда, подожди, ничего не делай. А вот второй, блядь. Он перевязывается. Не рашу его. Дай мне перелезть. Приготовь ствол. Ты ствол скинул, Эда? На, стой, стой. На. На. Блядь. Надо было все прочекать, я не знал, что там сказано. Я его в... А, вот он здесь, он целит, блядь, вот он в самом дальнем. Стой, стой, стой. У меня еще лимонки, стой. Я сейчас за... Все, ты его убил? Еще один Эда, снаружи один Эда. Да ты меня пробил. Давай нахуй. Барабан дать. Барабан дать тебе. На. На. Он, блядь, сука, вот тут сидит. Я тебя пробью, получается, да? Все, я его убил, нахуй. Подожди, там еще один. Пробил я его. Убил? Он релогает. Все, красавчик. Где? Еще один. Блядь, я его убил, блядь. Ты оружие перезаряжал. Нет. У него патроны, смотри, 308. Еще один кто-то бегает, да? Я. Берите все нахуй. Ты нормально? Нет. А вот и... Отмычка где? Нахрен нам отмычка. Отмычку ищите, дверь закрыть. Да оставь, мы так его будем держать. Это мой ПК. Какой? Это твой? Который... Всё. Сейчас... А где мои вещи? А вот... Они там внутри. А вот этот чей труп, смотрите. О, масс. Который я ищёл, я винтовку нашел. У него ПНВ ВСС туда надо еще что-нибудь. Это есть геля? Да, вот тут и есть. Где мои вещи? Гели, патроны. Тут а что, 308 еда. Ты мои вещи забрал? Нет, это мои. Вот тут. Твои, смотри, ты где? А, там вон, да, там твое. Там нету ничего. Да вот тут-то все. Где его ПНВ-шка, подожди? Вот тут-то все ПНВ, блин, чё ты? Нет, а, этот, гиль. Вот все гили, смотри. Вот, все. Спасибо, что забираете мои вещи. Это твои? Это твои, блядь? Блядь! Ну, ты молчишь-то. Где М-ка моя? Я не понять не могу. Была М-ка. Где все патроны меня?
Вот он, я лежу. У меня тип. Тихо. А у кого есть Налар магазин? У меня есть. Дайте мне, ну. Он на пол скинул. Где ЦР? ШК. ШК. Где? Ваня, у тебя есть ШК? В серой гиле. А. ШКшка в серой гиле. Какой гиль? Вот лежит сзади тебя, вот. Маскировочный костюм. Ну одевай, все равно тепло. И у него снимешь. Не со слотами. Вот, смотри, его с него снять можно. Вон тебе дверь закрой, вот чтоб нас никто не видал. Иди забирай, Ваня. Есть седьмой. Тут, короче, чё там, где? Жесть. Чё там? Где ШКшка, Ваня? У тебя есть ШКшка? Нету. Тут один, значит, релогнул. Делать-то опять. Готовьтесь к удару, нахуй. И бинты все просрал. Я просто все просрал. Да полно так развешьте все. Это ты же видел, да, то, что он хотел выливнуть с игры? Нет, я его убил, блин. Нет, ты не того убил, я тебе про другого. Там еще один был, который был Ванин гиль сервис забрал, получается. Убил я. Я убил двоих. Разрежь все трупаки, ты все найдешь. Я скажу. Нет, тут. Хотя да, возможно. Сейчас посмотрим. Где ножик? Все разрезай нахрен. Нет, здесь нет ашкашки. Водоска есть. ШКшка есть, да? Да. Да, сейчас очередь 30 или 40 сидит. Поехали отсюда. Нет, еще нет. Найдите отмычку, Вань, найди отмычку, закрой меня там. И все двери, которые там есть. И сядь там, посиди, пожалуйста. У меня есть от... Эда, закрой тогда все там. Все закрыл нахрен. И сиди вот где ты сидел, помнишь, где ты говорил, у тебя тип? Да. Потому что там у тебя единственное место, где тебе нельзя пробить, то, что ты там сидишь. А я пока отойду.
Надеюсь, то, что вы не убежите недалеко никуда, как обычно. Знай, там около стены не стой. Это ты? Да. Сейчас патикин. Патикин. Фуры. Вот сейчас убьет опять, блядь, нас, смотри. Закрой вот эти двери, оттуда потом лимонками можно. Это я закрыл. Мне глушак, блядь, надо. У меня сколько глушаков было. Вань, дай мне один глушак. О, красавчик. И на ларку еще обойму надо. Это че тут от труб, блин? Один К-216 мне надо. Это кто туда? Ты МК-216 находил? Нет. Куда они летели? Топает кто-то, топает. Видно, не... У меня вылетело, слышишь? Да. Так, вы где? Тихо, у нас тут тип. У меня тут тип, блядь. Ты где, фуры? Пати вылетел, кинь пати. У меня тип. И у меня вылет, Фуры. У меня вылет. Пизду, блядь. Ты какой в очереди? Четвертый. А у меня вылет, пиздец мой. Если я зайду, он меня убьет, одним словом. Нет, я третий. Если ты закрыл на отмычку, то... Я...